Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы сыграем в игру Friendbow Tale. Поехали. Новая игра. Все хорошо. Помните эту музыку? Я словно на небесах. Я вижу своих родителей. Они выглядят счастливыми. У них для меня подарок. Интересно. Это кот, такой милый и красивый. Темный, как глубокая ночь. Это мистер Полночь, мой лучший друг. Мой единственный друг. Мы ужинаем. Я вижу тетю Грейс. Она мне очень нравится. Сегодня пятница. Мои родители уезжают. Тетя Грейс заботится обо мне. Нам так весело. Сейчас вечер понедельника. Я играю с мистером Полночь. Но почему-то мне так тревожно. Ух ты, смотрите-ка как. Смотрите-ка, как тут все оформлено, да? За окном ночь. А это мистер Полночь, куда он? Тут кровь. Так, а тут ничего нет, да, в шкафах? А лицо как у чары, смотрите, да? Френ, это твоя вина. Friendbow Tale. Ну, слушайте, неплохо, да? Это явно... Явно попахивает шедевром. Но вот описаний я тут не вижу. Привет, я кролик Фил. А, он же был в Undertale. Почему же тут ничего не работает? Это что? Это призрак, вы видели? Это простой стол, но на нем есть карточки. Ну, что-то тут работает. Это типа Набстаблук, он в виде теней, да? Помните? Это же Искат Марио. Но он тоже не работает, да? У него... Что такая моделька-то огромная, мне не обойти даже. Дверь закрыта. Мне нужно найти ключ. Это столо... Это Hello Sans? Это сосед Sans. Так, вот ключ. А, то есть я просто взял ключ, и мне игра не сказала, что я взял ключ. Допустим. А что тут? Код кабинета доктора 2137. Код для активации двери кабинета доктора только для работников больницы. 2137. О, это я помню ту дверь. Да. Интересно. Храпит. Видите код 2137. Смотрите, это картина с костью. А это не таблетка или случайно? Опа. Все, пошло. Это... Я помню, кажется, этот момент. Да-да-да, я помню этот момент. И вон. Тут еще это... Решетка. И Набстаблук. О, слышите? Шепот. Тот самый шепот. Да, это было коротко.
Да, это было очень коротко, но вы знаете, по-моему, эта игра прикольная, если ее доделают, будет круто. И вот эта музыка мне нравится, кстати, в конце. Алексей Твиновский тут. Так, знакомые имена. Вот и я тут есть тоже. Не, ну мне понравилось, прикольно. Вот жалко, что, конечно, коротко. Это да. И на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!